100% составляет техническая готовность многоквартирных домов в микрорайоне Солнечный Большого Камня. Объекты накануне ввели в эксплуатацию. Жилье предназначено для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». А 70 квартир в новых домах планируется отдать городу для учителей, врачей и работников соцзащиты. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в муниципалитет полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяка. Двухкомнатных и 42 трехкомнатных квартир. Все дома выполнены, двор без машин. Соответственно, для того, чтобы здесь люди могли находиться и отдыхать. Все площадки поверхностные, стоянки вынесены за пределы домов. Сам комплекс выполнен в форме подковы или греческой буквы омега, что, соответственно, как бы уединяет и делает своеобразный сам проект. Помимо возведенного арендного жилья, делегация посетила рефрижераторный склад площадью более 9000 квадратных метров. Он располагается на территории завода «Новый мир», который является резидентом ТОР «Большой камень» и входит в группу компании «Доброфлот». Объект расположен в непосредственной близости от морского причала и позволит обеспечить эффективную логистику, а также непрерывность холодовой цепочки, как при транспортировке сырья на береговые перерабатывающие заводы Доброфлота в Приморском крае, так и при доставке рыбной продукции в центральные регионы России. Анна Дьякова, новости на Восьмом.